Примадонна с семьей поселилась на роскошной вилле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают 5000 человек. Ходили слухи, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение. Аренда жилья обходится артистке и ее семье около 1 миллиона рублей в месяц. В конце марта семейство Галкиных-Пугачевой случайно попало в кадр делавших на фоне городского пейзажа селфи российских туристов. Ранее российский шоумен Леван Тодуа опроверг слухи, что покинувшая Россию вместе с семьей российская певица Алла Пугачева ищет работу в Израиле. Артист усомнился в достоверности домыслов о том, что Примадонна вдруг решила податься на телевидение.